Каждый день всем студентам и сотрудникам вуза нужно потратить определенное время, деньги и в какой-то мере терпение для того, чтобы вовремя успеть в институт. Из разных мест и разными способами они добираются до Минета. Со всех близлежащих городов и в большей части из самого Зеленограда люди спешат на пары и на работу. Живу я в городе Солнечногорске. В Зеленограде. В общежитии. В Алабушево, это дальше 14-го района. Поварова. Живу в общежитии. Я живу в общежитии МЕДА. Я живу в 18-м районе в Зеленограде. МЖК. Восходний. Я в 3-м микрорайоне. В общежитии МЕДА. В 14-м микрорайоне. Здесь близко, в 4-м районе. В 4-м районе. В 15-м микрорайоне. В общежитии. В 9-м районе. Я живу в 2-м районе. В 4-м микрорайоне. Я живу в поселке Поварово. В студенческом общежитии МЕДА. Каждый выбирает самый удобный для него способ добраться до института. Ведь важно это сделать с минимальными затратами времени и денег и с наибольшим комфортом. В основном на автобусе. Пешочком могу на автобусе для остановки проехать. Езжу я на электричках, это грустно. Добираюсь на автобусе. На совершенно замечательных пустых автобусах 19. На 18 автобусе в Алабушево ходит, потом сажусь на 19. Иногда на машине отец подбрасывает, иногда на электричке, соответственно. На электричке и на автобусе. Чаще всего на автобусе. Он 12-м с пересадкой на 2-й. На автобусе, доченька, на 11-м маршруте. Когда как? Пешком, либо на автобусе, либо маршруткой? На автобусе, пешком. На автобусе? Пешком. На машине. Пешком. Когда пешком, когда на автобусе, когда на машине. В Минет дохожу пешком. Преимущественно на автобусе, иногда кто-нибудь из друзей подвозит. Тут я хожу, обычно хожу до Крюкова, а потом добираюсь на автобусе. Сначала пешком, потом на электричке и на автобусе от станции. На автобусе, пешком, на машине, как повезет. У меня на машине есть себе машина. Порядка 40% жителей Москвы вынуждены тратить на дорогу от дома до работы или учебы больше часа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения. 27% жителей Москвы тратят на дорогу до работы от получаса до 1 часа, 30% от 1 до 1,5 часов, 8% от 1,5 до 2, 2% более 2 часов. Лишь 4% москвичей признались, что добираются до работы или учебы менее чем за полчаса. Повезло же им. Примерно где-то час уходит. Может, чуть больше. Имеется в виду от дома до электрички, туда-обратно. 30 минут до часа. Мне полчаса добираться. Да, а мне из нового города, минут 40. 30 минут, а если к первой паре, то овер час вот так. На дорогу в среднем где-то полчаса. Минут 30, наверное, от суммы. 2 минуты. Если все успешно подгадать, удачно, то, я думаю, 30 или 40. От 20 до 40 минут. Пешком минут за 10 добираюсь. 20. На маршрутке, на автобусе, минут 5. Смотря сколько ждать. 30 минут, мои хорошие. Примерно минут 15 на автобусе пешком, там чуть подольше. Где-то полчаса, самое большое. Минут 10. Минут 20 максимум. Где-то быстро 15 минут. На автобусе чистого времени уходит минут 10, а 15, наверное. А на машине быстрее? 25 минут. Иногда 15 минут, а иногда минут 30 даже. Где-то в среднем 5 минут. Из-за не таких больших размеров площади Зеленограда на дорогу, как выяснилось, тратится не так много времени. Но не стоит забывать, что даже эти минуты можно потратить с пользой. Каждый выбирает сам, чем заняться в дороге. Я слушаю, с друзьями разговариваю, когда в компании идем. Можно почитать лекции, это, кстати, бывает очень удобно. Приходишь на лекцию, уже подготовлен, так вспоминаешь, что было. Музыку слушаю, иногда фильмы смотрю. Разговариваю, сплю, музыку слушаю. Думаю, сплю, сижу. Смотрю в окно. Независимо от того, добираетесь вы до института на автобусе, электричке, машине, велосипеде или пешком, в каждом из этих способов присутствуют свои недостатки.
Зависит это все от ситуации на дорогах, а именно от времени года и суток, от состояния проезжей части и погодных условий, и, конечно, от людей, с которыми вы вместе добираетесь до места учебы или работы. Около нашей остановки было бы побольше всяких разных автобусов, а так всего один 19-й, как обычно, заполнен, никто туда не успевает, и приходится идти далеко до дома быта. Чтобы электрички были вот как-нибудь получше, потому что РЖД совершенно не заботится о студентах. Приходится реально, приезжаешь там на полчаса до начала пар. Да. Ну, жуткие пробки на самом деле, вот на мосту особенно. Вот действительно бывает, что по 6 раз стоишь, поэтому напрягает уже этот момент. Пробки бывают, которые на вот, с мостов. Взрослые люди, которые ездят тоже на 19-м, они жаловались, мол, студенты, их так много. Если был бы еще один автобус, который ездит до института, было бы отлично. Мне нравится то, что часто бывает, автобусов нет совсем. Ну и, конечно, там слякоть, все дела. Ну, знаете, мне скорее не устраивает наша сходницкая транспортная это архитектура, инфраструктура, потому что кроме электричек от сходни ничего из Зеленограда не ходит, и это не очень удобно. Пробки не нравятся возле пятерочки, да, если на автобусе ехать. Там они вечные просто. И часто бывает так, что опаздываешь на пары. Просто дорога в снегу не убирается, так из-за этого, да, неудобство. Ну, метовская парковка меня не устраивает. А расскажите, что у вас? Не устраивает, как люди паркуются. Если не опаздываешь на пару, то очень много людей в автобусе. Или, ну, к первой паре особенно, люди едут на работу. Обратно не могу добраться. Из-за пробелов в электричке. Тяжело, плохой поход, пешком неохота идти. Итак, мы выяснили, что большинство наших студентов предпочитают добираться до института на автобусе, а те, кто живет в другом городе, до этого еще и на электричке. Меньшее количество пешком и совсем немногие на машине. Взвесив все за и против, можно сделать вывод – добирайтесь до института пешком, ну или бегом. Все снято? Дим, я побежала мне к первой паре? Тебе к первой? Ну все, я побежала.